И же еще Эрин. Господи, хватит мини-карту включать. Без нее хер разберешься, куда можно идти, куда нет идти, все серо. Я, конечно, не против такой серости. Вполне неплохая серость, но... Такая, знаете, мрачная. До жопы. Silent Hill отдыхает. Серьезно, если бы Silent Hill был в таком вот... сетинге, я бы не отказался. Знаете, мне что еще игра напоминает в первую очередь? Dark Corners of the Earth. Call of Cthulhu. Ну, наверное, или Call of Cthulhu! Будет сказать правильно по-английскому. На английском. Ну, наверное, знаете эту игру, да? Стопудово. Неплохой хоррор. Первые два часа потом превращается в шутан. Хотя, вот эти вот первые два часа неплохие. Кто знает, может быть, я его когда-нибудь пройду. Потому что... Увы. В свое время не смог его пройти, потому что пиратка была кривой до жопы. Ненавижу пиратки. Так, больше ничего здесь нету. Окей. Вроде все. Конечно же, здесь еще что-то есть, но... А, хера лысого, тупик здесь есть. Естественно, прыгать он не умеет. Как... What? Ну просто обосраться, вы снова это видели. Я не мог пройти вот здесь. Вот видите, не могу, вот нажимаю пробел. Вот сейчас, вот. Он повернулся чуть влево, но смог пройти. А хер его знает. А-а. Переключатель почти невидимый. Тут даже. Надо смотреть внимательно. Эрин как-то сказала, что убежище. Поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Ты что мне говоришь, маковку надо использовать, да? Так, ну я маковку, пожалуй, заюзаю. Ага, вижу. У меня есть кусачки, так что. Прикольно было бы за Эрин поподсматривать. Ее задницу плоской делала лишь... Ее... Одежда. Черная, все дела. А, здесь даже не нужны кусачки. Вау. Ладно, здесь ничего. Подождите. Почему я в прошлый раз не мог использовать ее в приседе? Ну, в первой миссии я не мог использовать ее в приседе. Я то же самое делал. Пробел нажимал. А хер его знает, слушайте, не знаю. Мне очень хочется включить джойстик. Геймпад. Как его там назвать? Другое устройство ввода. Да. Чё, спасибо. Так, то есть мне в любом случае надо было там пройти. А какая разница? Здесь-то же нету ничего. Зашибись. Нет, я не буду наблюдать за этим, игра. Зачем? Происходит. Я уже голову начал, нет? Укради ключ от истины. Той, что осталось дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. А что с субтитрами? Я не могу использовать здесь зрение. Тяжелые наркотики. Гаррет, тяжелые наркотики. Наркологические котики. Не туда. Да правда, что ли? Наверное, надо идти туда, где горит свет. А может, я не хочу идти туда, где горит свет? Не туда. Теперь холодно. А что с субтитрами? Так, ладно. Блуждание во тьме.
меня удивляет! Ведь это такой потрясающий элемент геймплея, блуждание во тьме. Что мне нужно делать? Святые петросянские шутки! Придите мне на помощь! Я поклонялся вам, приносил жертвоприношение. Помните ту книгу Донцовой, которую я раскрошил в салат и съел? Полифьют, что делать? Сюда запрыгнуть, что ли? Не могу запрыгнуть. Стоять. Такс. Карта? Карты нет. Так, мне нужно что-то найти, да? Ключ какой-то. Так, она теперь не подсказывает мне. Иди за мной, к истине. Вот. Это все, что нужно было сделать. Подойти и посмотреть на ее задницу. Еще холодней. Ты близко? Что с субтитрами? Нет, не трогай меня. Ладно. Я не собирался. О май год. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Ты близко? Стоять. Здесь больше нечего делать. Чуть дальше. Ты чё меня гоняешь туда-сюда? Гаррет, ты такой некрасивый. Слишком важно, чтобы мне дали знать. Знают ли они, как это больно? Мне кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Давайте угадаем. Здесь все. В глаз тыкни себе. Вау. У нее, видимо, какие-то особые, не знаю, мистические силы. Можно ему... Она сняла бы просто кино ему какое-нибудь великолепное, домашнее видео. Ой. Че, обычная монетка? Что это? И зачем это было, Эрин? Давайте угадаем, это ключ стопудовый какой-нибудь. Который что-то открывает. То есть глава еще не началась, я просто искал убежище. А, спасибо, карту выключили даже просто так. Там. Я могу использовать канатик? Нет. Серьезно? Это все ради чего я сюда приходил? Занимался этой херней? Thank you very much, senior, senorits. Охереть. Сбегал какой-то срань. Думал, сейчас уже глава начнется. А тут ничего не началось. Игра меня обманула. Дезинформировала. Она заставила встать на колени. Думал, что я буду воевать за нее. Дом цветов ждет. Нет, я буду воевать за Доту. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Много-много-много радости он мне принесет. Придется много мне вырезать. Да насрать. Ну скажет YouTube перезалить. Ну и перезалью. С едой все хуже. У меня шестеро. Конечно же, может кто-то сказать, что мол. Но я думаю, что они будут банить за это. За что тут банить? Ну сиськи, ну подумаешь. Украл хлеб. Что в титьках такого? Hello, сеньор. Fuck you. Вход в дом цветов где-то рядом. Нет, я пойду от вас. Извините, идите в жопу. Так, подождите, я, по-моему, кругом обошел теперь все. Так, стоять. О, где я? Что это
за говно! Как мне нравится, если он, что он запрыгивает туда, куда, где можно умереть. Чего? Ой, да правда, что ли? Различи свой пенис в этой темноте. Уверен, что не найдешь. Ла. Тюпа-тюпа-тюпа. Лох. Клюпи, клюпи, мальчишка. Еще один клюпи, клюпи, мальчишка. Почему их столько клюпи, клюпи, мальчишек? Нет, никого здесь не ходит. Вход в дом цветов где-то рядом. Ой, да ну в жопу. Я пошел. Тебя внесли в черный список дома цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? Да как же? И надолго? А, вижу. Пока не обзаведешься деньгами, Эдмунд. А значит, до конца жизни. Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Ты слишком радуешься, девка. Все радуемся. А я не очень радуюсь, потому что ты озвучишь 580 ролей, мужик. Но ты хуже Безрукова. Что же делать тебе? Третья глава. Грязные тайны. Грязные тайны в борделе. У игры с рейтинга 18+, зашибись. Я вырвал кольцо, которое хотел Баса из пальца самого ловца воров, из щеки барона, но я не получил ответов. Сначала Баса заявил, что меня не было целый год, а королева нищих сказала, что я спал с тех пор, как ее попрошайки меня нашли. Почему я ничего не помню? Может, у меня мрак, о котором все твердят? Ух ты, я успел прочитать. Пришлось, правда, ускориться. Найдите вход в... типичная мужская миссия. Так, быть невидимкой. А, что? Не убивать, оглушать. Сана, водик! Или оглушение сверху 5. Ну, давайте попробуем выполнить не убивать или и не оглушать никого. Это, конечно, сложно будет, но попробуем. Вы, головорезы, что-то задумали? Мадам Сяо, Сяо ждет вас. Сяо, Сяо. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лесу. О. Если меня увидят с вашими цветочками, мне конец. Не волнуйтесь, сэр. Немногие могут позволить себе билет в дом наслаждения, мадам Сяо-Сяо. Вы будете с лидером. Думаешь, благородный... Ну, я такое чувство, что можно вот эту фигню активировать и тогда убить кого-нибудь. Я хочу это поюзать. Попробовать. Окей, это убийство с использованием окружения. Ну я просто попробовал. Мне интересно было, можно или нет. Мне нравится этот арт. Почему все думают, что бордели это плохо? Подумаешь, может быть... Может быть, женщинам это некоторым нравится. Черт его знает. Может быть, им нравится это? Может быть, им нравится, когда их хапают за задницу какие-нибудь стрёмные мужики. Так, стоять, вижу. Один вопрос, как мне до тебя добраться? Вот так, серьезно? Вау, ни за что бы не додумался. Блин. Он сюда может запрыгнуть, а на тот шкаф, на который я не мог запрыгнуть, не может запрыгнуть. Замечательно. О, маковка. Маковка. Мне не нравится смотреть на вот эти анимации. Почему его просто быстро не посмотреть, есть там что-нибудь или нет? Но нет. Серьезно, здесь нихера? Всего лишь стрелы.
который мне не применить здесь. Ух ты! Ну, что тут у нас? Holy shit! Подождите. Это дополнительный путь, оказывается. Я здесь все забрал? Там что-то есть сбоку. Вазочка всего. Слушайте, по-моему, даже такие... Такие же диалоги здесь, как и в метро в Осло. Там тоже... Ой, есть хочется было. Или еще что-то. Так, стоять. 57 единиц добычи. Что? Нет, спасибо. Слишком много до меня. Выпить. Ну, алло, гараж, выпусти меня, права кнопка мыши же точно отходить. Здесь внизу безопасно. Это только эхо. Вы не шутите? Если бы это было что-то еще. А, все вижу. Не говори мне об опасности. Я бывал в дом. Здравствуй! Веревочка моя! Hello? Hello? Oh. Я думал, что кто-то сюда поздоровается. Куда торговцы баланды пропали? Ну, не знаю. Может, им надоело. Знаешь... Вот как ребятам торговать баландой? Думаешь, им нравится? Это ж клеймо на всю жизнь. Замерзаю. Будет говорить, мол, ты чё баланда... это считается за лут или нет? Так, стоять. А как мне его собрать, если... Надеюсь, это не считается за лут, за добычу. Наверное, нет. Ты же не можешь его собрать, да? Если считается, то... Гениально. So genius. We so smart. We are разработчики of this cool game. Oh, fuck. Oh, fucking shit. I am the разработчик. Показалось. Или хмель сказывается. What the fuck I need to do right here? I see. I need to extinguish this fire. What about go fuck yourself? Yes. Go here, you motherfucking bitch. I'm here, you sucker. What the fuck? I want this shit, you fuckers. Yeah, you fuck. You stupid fucking shit. I want this shit. Oh shit. This shit fuck saw me. Oh shit. What the fuck I need to do right here? If I don't know how to... Wait a minute. Maybe I can do this and just grab what I want. Oh my god! I want to grab that! Fuck you! Ah, fucking shit! Oh fuck! What the fuck? Shut up, you stupid bitch! Oh my god! This hurts! Oh my god! Oh my god, no! Oh no, what the fuck are you? Ah, no, what the fuck are you doing? Я просто хотел повеселиться, ребят. Так, стоять. Там можно перепрыгнуть, я увидел. Я не могу здесь запрыгнуть. А какого буйского хреноплюйства? Вот как мне туда попасть? Надеюсь, это не мрак.
Я же не поползу у него под носом, да, никак. О, я мог бы столько всего рассказать о том, что тут творится. Сакс. Ну пойдемте тогда отсюда, чё, какая разница, да? Мы же хотим просто пройти невидимыми. Погода меняется. Там только одна единица добычи и все. Так, ну я попробую. Чё? Мне показалось, или кто-то двигался? Я тебя выкурю! Конечно же показалось. Ой, да правда что ли? Ну давай. Выкури меня. Выкури меня, детка! Давай смелее, я с тобой. Ой, два мальчишки хотят потрогать другого мальчишку. Чё у нас здесь есть? Как они меня вообще заметили? Я никогда не замечаю, когда кто-то перед мной проползает. Это вообще нелогично. О, фак. Так, я не в том... Я знаю, что не в том направлении ползу, но... Почему он здесь не может... Он не может здесь за угол зацепиться, представляете? Он не может здесь за угол зацепиться. О, боже. Так, кстати, меня обнаружили? Вот это считается за обнаружение? Конечно же, да, да? Стоять. Серьезно? Меня не обнаружили? Ну, видимо, пока над ними красный глаз Саурона не появится, тогда... до этого момента они меня не заметят. Будь начеку, сегодня здесь полно богатеев. Ха-ха, stupid bitches. I win, you lose. Suckers. Окей. Так, я, похоже, иду назад к парням. Пап? Ты! Ты что делаешь? Да, я пришел назад к парням. Окей, зато мы узнали с вами, куда я можно идти здесь. А здесь, может, есть вкусняшки. Может, я пропускаю вкусняшки. А то люди жалуются, что я много пропускаю. Ну, я-то тут при чем? Это не я такой, это жизнь такая, понимаете? Мне насрать, в принципе, на это, если честно. Этот желуд ничего не дает, кроме... Что он сделал? Идиота кусок! Что ты сделал? Все было не ок. Так, спокойно. Спокойно, все норм. Ничего не провалено. Я даже частично что-то украл. У меня и без этого полно дел. Стопудово где-то дальше придется кого-нибудь оглушить или забить. Просто уверен. Почему мне говорят идти сюда? What? Мне же идти в другом направлении. Чего вы врете? Что? Надеюсь, дочки не переусердствуют с опиумом. Голова уже кружится. Вау, древний слиток кто-то здесь оставил, да, конечно. Чего игре на... Слушайте, чего ей надо? Я только что был там. Я, конечно, весь в коже. Но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Мы вас ждали, сэр. Позвольте ваше приглашение. О, приглашение? О, что такое приглашение? Черт, я его, наверное, куда-то засуну. Неважно. Куда, если ты идешь в бордель, мне интересно, что ты с ним сделал? Жаль, но мадам Сяо Сяо настаивает на секретности. Без приглашения... А я здесь был. Сказать об этом до того, как я спустился в эту преисподнюю. Поберегите дыхание. У него лут есть. Наверх, сэр. Это недопустимо. Унизительно.
после всего, что я пережил. Это для вашей безопасности, сэр. Если бы мы пускали всех подряд... Всех это место подряд? Просто кишит секретами, да? Следите за кто меня видит? Милейший. Мадам обо всем узнает, запомните? Ага, вижу. Камон! Чувак, а как мне у тебя забрать-то все? Может, сегодня получится поспать. Знаете что? А что если... Бесконечно. Я сохранялся, если что. Стоять, она не нацеливается. Но все равно. Вроде звук есть, но над ними глазики не появляются. А вот над этим появилось. Боже мой! О, господи, кто-то что-то зашумело! О, нет! О, боже мой, только что его никто не пропускал, а теперь все пропускают, ладно. Попробуем тогда это снести. Или вот это. Почему погас огонь? Надо зажечь обратно. Иди. Каким образом погас костер? Все? Это интересная загадочка была. Ха. Нервишки совсем пошаливают. Правда, две водяных стрелы просрал, но окей. Это было интересно. И даже на скорость заставили действовать. Блин, черт, маковки. Маковки, сколько у меня маковки? Две. Есть, дальше еще дадут. Что-то много раз нажал кнопочку F. У вас какой-то очень странный бордель. Он какой-то очень разбит... Да, типичный бордель. Осторожнее. В борделе-то да. Нет, здесь ничего нету.